В ефірі «Насправді» на телеканалі «Сімон» і з вами сьогодні буду я, Алла Ройтблат. Сьогодні ми поговоримо про неврологічні захворювання у дітей, гостя нашої студії Оксана Каук, лікарка, дитяча неврологиня університетської клініки Харківського медичного університету, доцентка кафедри неврології Харківського національного медичного університету, кандидатка медичних наук. Добрий вечір, пані Оксана, я рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Як часто та коли треба відвідувати лікаря, невролога, дитячого невролога, щоб зрозуміти, чи є якісь проблеми, чи все добре? Ну, все залежить від того, в першу чергу, да, від возрасту ребенка. Существуют такі от періоди, коли навіть якщо немає жалоб к поведению, к развитию ребенка, но желательно, чтобы его посмотрел и его развитие оценил специалист. Если мы берем период первого года жизни ребенка, то желательно, чтобы невролог осмотрел ребенка в 3, в 6, в 9 и в 12 месяцев. Потом в дальнейшем достаточно один раз в полгода, и после 3 лет раз в год – согласно приказу, ребенок должен осматриваться неврологом, даже если нет никаких жалоб у родителей, нет никаких заболеваний у ребенка. В остальном, конечно же, по потребностям. Если возникают какие-то жалобы, если родителей что-то беспокоит, если им кажется, что их ребенок ну, не такой, как другие дети. Что-то настораживает в его поведении, в его развитии. Либо же ребенка беспокоит головная боль. Или у ребенка возникают какие-то состояния приступообразные, необъяснимые. Да? Такие заболевания, состояния получили название приступообразные, пароксизмальные состояния. Да? Они очень кратковременные и бывают разнообразные. Вот тогда при необходимости нужно обращаться к специалисту. Оксана Іванівна, а на що саме в поведінці треба звернути увагу? Ну, які можуть бути зміни, я не знаю, які будуть свідчити, що все, треба йти до фахівця? Діти різні, батьки різні. Так, действительно, сейчас в эру, да, интернета, доступности литературы, доступности информации, очень много есть информации в интернете, как этапы развития ребенка. И тем не менее, действительно, каждый ребенок, он индивидуален, а существует все равно, знаете, такие среднестатистические данные, ведь они взяты не с потолка, они не написаны просто так. Эти сроки получения тех или иных навыков, они формировались на протяжении многих столетий путем наблюдения за детьми в разных странах мира, да, с учетом каких-то этнических особенностей, но тем не менее существуют классические такие вот периоды, которые оценивают те или иные моторные функции у ребенка, к какому возрасту ребенок должен сидеть, ходить, бегать, прыгать, и в то же самое развитие психическое и речевое. И вот если родители видят, что у ребенка идет задержка больше, чем на 2 месяца, вот это уже тот период, когда стоит обратиться за консультацией к специалисту, и только специалист в таком случае может решить, это индивидуальная особенность развития ребенка или у ребенка есть патология, на которую нужно обращать внимание. А чи є такі неврологічні захворювання, які мають, ну, наприклад, якісь скриті симптоми? Есть. И это в большинстве случаев заболевания, которые сопровождаются нарушением обмена веществ. Почему? Потому что вот они могут проявляться не с самого рождения. Это зависит от питания ребенка. Тобто це вже до генетики, до генетики так, більше? Да.
Это этими состояниями в первую очередь занимаются генетики. Почему? Потому что когда ребенок находится, например, на грудном вскармливании, и он не получает, ну, кроме грудного молока, ничего, его развитие может быть абсолютно нормальным. А по мере введения в его рацион новых продуктов питания при наличии нарушения обмена веществ, спустя какое-то время может достигать ну, значимый такой критический уровень интоксикации организма, и это может уже проявляться в виде задержки развития, либо даже регресса уже полученных навыков. Бывает такое, что родители говорят, вы знаете, вот он уже начал и говорить, и произносил там первые слова, и вроде бы и спал хорошо, все было хорошо, а вот прошло какое-то время, прошло там полгода, і ребенок перестав говорити. Я чула, що навіть там у дітей, у яких є повна непереносимість там глютенових продуктів, вони також можуть стати вашими пацієнтами. Тому що нарушення обміну веществ, практично всі нарушення обміну веществ приводять к вторичному пораженню нервної системи, к формуванню особливостей поведінки, соціальної комунікації таких дітей. І задержки розвитку. Тобто ці самі скриті симптоми, приховані, вони можуть з'явитися саме у той період, коли мама відлучає від грудного молока, вірно? Найчастіше. Коли з'являються в раціоні дитини нові продукти. До цього может не быть никаких проявлений, а вот по мере введения продуктов в питание, у которых есть непереносимость ребенка к ним, то да, могут появляться проявления со стороны, в том числе и нервной системы. Чем загрожує на своєчасне звертання до лікарів у даному випадку і взагалі все, чим позже такі родители будут обращаться за помощью к специалистам, тем тяжелее будет восстановить метаболические процессы в организме ребенка. И главное, знаете, восстановить задержку ребенка. То есть, чтобы ребенок успел догнать своих сверстников. К моменту там, детского дошкольного учреждения, поступления в садик, ну и тем более к моменту, когда ему нужно будет идти в школу. То есть чем раньше эти нарушения будут выявлены, тем их легче и быстрее откоррегировать. А як взагалі уникнути проблем з дітьми? Саме ви сказали про дитячі садочки, про початкову ланку школи. Ми ж всі розуміємо, що це, якщо дитина здорова для неї, це перевантаження та стрес, вона йде в новий колектив і все в неї по-новому. А як бути, якщо ну, все ж таки є у дитини якісь проблеми? Любого ребенка и к посещению детского сада, и к посещению, и к вступлению, да, в школу, это новый этап в его жизни, его нужно психологически готовить. А очень часто бывает, да, когда родители, ну, может быть, мимовольно, но начинают там ребенку говорить, вот ты пойдешь в школу, ты будешь учить. И у ребенка создается негативный уже образ, да, от школы. Нужно поддерживать как можно больше позитива. Говорить только, ну, готовить, там будет много друзей, ты получишь много друзей, ты получишь много знаний, которые потом... чтобы у ребенка было желание. Если же это особенный ребенок, да, то сейчас в Украине существует программа инклюзивного образования, и чем раньше и родители, и педагоги поймут, да, что этот ребенок инклюзивный, он требует дополнительного внимания, особого подхода, тем будет лучше. Есть инклюзивные садики, где работают специалисты по определенным методикам, которые адаптируют особенного ребенка к социуму, вырабатывают у него какие-то режимные мероприятия, что ну вот сейчас нужно сидеть и рисовать, несмотря на то, что тебе там хочется встать, бегать и играть. Это больше работа психологов, которые направляют такого ребенка.
И в дальнейшем, чем раньше такой ребенок попадает в среду обычных детей, тем быстрее он вытягивается і доходить до їх уровня. Тобто все ж таки соціалізація – це така основа основ у даному випадку. Так, да. От существує велика проблема, да, гіперактивні діти або слабоговорящі діти, ті діти, які починають позже говорити з сверстників. Я, наприклад, завжди рекомендую батькам ранню соціалізацію. Батьки переживають, говорять: "Ну як він там буде? Його ж ніхто не розуміє, він же ж не говорить". Я говорю: "Не бойтесь за нього. Отдайте его к сверстникам, он найдет с ними контакт. Чем больше вы будете держать его вокруг, возле себя, вы как мама по одному ему жесту, по его взгляду понимаете, что он хочет. Поэтому, конечно же, он не так сильно прикладывает да, какие-то старания для того, чтобы овладеть речью. Мама и так понимает, что я хочу. А вот когда ребенок попадает в среду сверстников или в среду других людей, он вынужден, да, приспосабливаться. И он понимает, для чего ему нужна речь. Он старается, он учится. И тогда речевое развитие у таких детей становится лучше. А як ви вважаєте, як лікар? Ну, я просто стикалась з таким, що якщо у дитини є там все ж таки, їй показана інклюзивна освіта, да, але батьки вони бояться. Бояться віддавати в інклюзивний клас, бояться показувати цей висновок фахівцям. Як ви вважаєте, що все ж таки краще вибрати? Все ж таки йди на інклюзивну освіту чи пробувати? А от смотрите, да, на даний момент у нас є інклюзивне образование как бы в двух варіантах. Є поняття інклюзивного класу, де в один клас збираються дітки з різними проблемами. Кто-то имеет проблемы... Как спецкласс, да, специализированный? Так, инклюзивный класс. Он называется инклюзивный класс. Там меньшее количество детей, там облегченная программа. Да, там работают педагоги, которые закончили, да, имеют фаховую, да, освиту инклюзивные. Они знают методики, как им подавать. Но все равно это... дети, которые все имеют особенности развития. У кого-то это, ну, например, там детки с детским церебральным параличом, у них ограничены двигательные функции. А есть детки с аутизмом, там свои проблемы, больше такого психиатрического характера. И есть понятие инклюзивный ребенок в обычном классе. Вот это самая оптимальная форма. Если ребенок требует просто дополнительного внимания, то существует такое понятие, как тьютор. Это помощник педагога, который закрепляется за данным особенным малышом. Он находится среди сверстников. Он пытается учиться по общей программе, но рядом с ним всегда дополнительный педагог, который удерживает внимание этого ребенка на выполнении задания. И может допомогти в будь-якому випадку. Да. Он сопровождает ребенка в школе, да, перемещаясь, там, может отвезти там, в туалетную комнату, помочь ему принять пищу. То есть вот это функции тьютора, помощника преподавателя, учителя. Да. Да. И он направлен на работу с конкретным ребенком. Як ви вважаєте, навіть не як ви вважаєте, чи знаєте ви, можливо, є якесь таке обстеження, які, на яке там консультація, на яку батьки можуть прийти перед початком навчального року, або взагалі прийти обстежити дитину повністю і знати, що вона здорова? Якщо ми говоримо об обслідуванні, то в першу чергу... Про неврологічного. Да, это осмотр. Это оценка психического и неврологического моторного развития ребенка, что может сделать детский невролог. Это может быть диагностика у детского психолога, если есть какие-то особенности. И из ну, таких объективных методик, которые позволяют нам судить о степени дозревания нервной системы, это, конечно же, электроэнцефалограмма. Это методика, которая позволяет нам оценить функциональную активность головного мозга. Электроэнцефалограмма, она очень специфична для разного возраста.
возрастные периоды новорожденности, до года, до 3 лет, имеют очень такие свои черты. И оценивая электроэнцефалограмму, мы можем судить о том, насколько мозг ребенка правильно дозревает. Часто бывает, например, часто болеющий ребенок, частые простудные заболевания. Это тоже может сказываться на деятельность и формирование тех же самых школьных центров школьных навыков, таких как чтение, письмо. И вот я говорила, очень часто, к сожалению, у детей бывают всевозможнейшие пароксизмальные состояния. Это могут быть судороги, это могут быть какие-то тиковые состояния, гиперкинезы, необычные движения, которые не контролируются ребенком. Эта методика позволяет нам выявить, да, что является причиной этих состояний. И в зависимости от этого разное лечение. Мы можем и должны применять разные группы препаратов. Ну куди йти в такому випадку? Це все ж таки до свого педіатра, чи можна знайти? Ні, ну можна обратитися к нам в університетську клініку, де можна пройти і електроенцефалограму, обследування. Дуже часто приходять на прийом родителі з дітьми чуть старшого возраста, да, от починає з школьного періоду, жалобами на головні болі. Це початкова ланка, да? И средняя, и старшая школа. Ну вот как показывает практика, с моментом вступления детей в школу, у кого-то раньше, у кого-то позже, ну практически у всех, они сталкиваются с тем, что у них периодически начинает болеть голова. Но причин головных болей их несколько. И иногда сталкиваешься с такими ситуациями, когда мама говорит, вот у ребенка начала болеть голова, мы пошли сделали томограф, а там ничего. Я говорю, там и ничего и не должно было быть. Нужно другие методики, да? Померить внутричерепное давление, посмотреть на сосуды. Ведь именно эти методики больше нам дают информацию для того, чтобы понять, почему болит голова именно у этого ребенка, и назначить правильную терапию. То есть я хочу как бы призвать родителей не заниматься ни самолечением, ни самодиагностикой. В интернете. В том числе и в интернете. А отдать это все-таки на... Уроки лікарів. Да. Скажіть, будь ласка, Оксана Іванівна, ще такий розповсюджений термін, і ви його згадали, це все ж таки гіперактивна дитина. І мені здається, що вже, знаєте, це така... Історія, можна її про мені, знаєте, як долучити до будь-якої дитини, чи є в неї такий діагноз, чи нема. Скрізь такий термін, який він розповсюджений дуже, і дуже часто про нього говорять там в школі. Оце дитина там гіперактивна. Що це за діагноз? Да. Да. От смотрите, да? Гіперактивність ребенка, це може бути як форма поведіння, так і проявлення, да, в структуре определенных неврологических и психиатрических заболеваний. Детям свойственна активность. Нас, наоборот, иногда настораживают суперспокойные дети. Ребенок должен быть шустрым. Но если ребенок адекватно оценивает, где можно баловаться, где нельзя баловаться, в незнакомом месте, с незнакомыми людьми, пусть даже первый период, но он ведет себя хорошо. Да? Вот это не истинная гиперактивность. Это форма поведения. Это обусловлено особенностями воспитания. Ведь очень многие родители, когда начинаешь с ними беседовать, да, и говоришь, я говорю, подождите, ну вот вы же раньше, до 3 лет, ему разрешали лазить, бегать, прыгать, вас это радовало, он радовал вас. Ну да, ну тогда же, ну сейчас он же... Я говорю, а ему тяжело понять, почему тогда он это делал, и вы радовались, а сейчас он делает то же самое, но вас почему-то это огорчает. Ему тяжело это перестроиться. Тобто все ж таки не завжди, коли кажуть, що дитина гіперактивна, вона... Хвора. Хвора. Да, больная. Нет. Только специалист может поставить эту гіперактивність как заболевание
или это гиперактивность, просто как форма поведения. Тобто все ж таки ми йдемо до лікаря і надаємо самостійну оцінку в інтернеті, шановні батьки, нашим дітям, йдемо і звертаємося за консультацією. Так, дуже би хотілося. Що б ви могли порадити нашим глядачам, батькам зараз для того, щоб вони все ж таки більш якось так дивилися на свою дитину об'єктивно, да, для того, щоб могли оцінити, коли їм йти до лікаря? Вы правильно сказали, да, нужно быть объективным. Конечно, что для каждой мамы, для каждого папы их ребенок, он самый лучший. И не надо сравнивать, вот мой этого не умеет делать, а вот у наших знакомых умеет. Да? В это время он уже, дети разные. Но тем не менее, если у вас закрадывается какой-то вопрос, лучше искать ответ не в интернете, а прийти к специалисту, который грамотно вам объяснит, вот этот симптом, который вы увидели, который вас беспокоит, он требует большого переживания. Или это все по мере взросления ребенка восстановится. І ще наостанок в мене таке питання. Ми всі розуміємо, що діти все ж таки пішли до школи, ми про це говорили, але дитина ж там може скаржитись, коли там на головний біль, коли просто на перевтому. Я як мама, ну мені здається так, можливо, ви мене поправите. Да? Я розумію, що дитина може перевтомитися. Ми в такому режимі всі живемо, в нас і додаткові заняття, і школи, і якісь ще кружки. Як зрозуміти, в який момент треба дитині дати отой стоп, відпочинок, який їй потрібен? А у ребенка, как такового, да, у него голова болеть может только на фоне острого респираторного заболевания, когда высокая температура, после того, когда ребенок, ну, получил травму какую-то, ударился головой. Да, там может быть объяснена какая-то продолжительность головной боли. А если же головная боль возникает, ну, ребенок жалуется на головную боль чаще, чем 2-3 раза в месяц, это уже повод задуматься для того, чтобы обратиться к специалисту и понять причину. То есть перевтома не может стать? Конечно, может. И все зависит от того, чем вызвано это переутомление. А почему? Потому что есть головная боль, которая вызвана длительным нахождением за тем же самым компьютером. И это одно. Есть головная боль, которая вызвана эмоциональным отношением ребенка к выполнению уроков, так называемый синдром отличника. Да? Это есть. А есть головная боль, которая связана с повышенным внутричерепным давлением, и она очень часто бывает, например, у детей, которые ходят в какие-то спортивные секции. То есть надо разбираться, что приводит к... Вот если просто посещение школы, и ребенок приходит со школы и говорит: «Мама, у меня болит голова», а почему-то, потому что они там все кричат, да, шумно. А обычный крик, он не должен вызывать головную боль у ребенка. Но он может ее вызывать в том случае, когда у ребенка повышено внутричерепное давление. Тогда действительно имеется повышенная чувствительность к световым, звуковым раздражителям. То есть у каждой головной боли есть своя причина. И очень важно ее установить для того, чтобы либо убрать фактор, который вызывает эту головную боль, либо медикаментозно или не медикаментозно при помощи там физиотерапевтических методов, гимнастики, массажа, решить эту проблему. Оксана Іванівна, я дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Ця інформація, я впевнена, вона дуже важлива для наших телеглядачів. Дякую вам. Дуже чекаємо вас в нашій студії ще раз. Спасибо. Залишайтесь з нами на телеканалі «Сімон». До зустрічі.